Разворот на восток. Не только экономический, но и образовательный. Огромные грузовые потоки на стратегическом азиатском направлении должны обслуживать специалисты, которые знают, как работают системы по обе стороны границы. О подготовке таких кадров мы поговорим с ректором Дальневосточного государственного университета путей сообщения Владимиром Буровцевым. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну вы прямо-таки из Китая вы к нам приехали, можно сказать, сразу в студию. Но о вашей поездке в контексте нашей беседы важно упомянуть, обязательно про это говорим чуть позже. В целом хочется сейчас общий контекст понять. Университет путей сообщения и международное образовательное пространство, международное сообщество. Какие связи сейчас активны, какие, может быть, по понятным причинам не очень. И ну, да, в целом, как выглядит сейчас эта работа? Действительно, транспорт призван интегрировать, объединять хозяйствующие субъекты, регионы и даже целые страны. Уже достаточно продолжительный период времени преобладающим у нас сегодня в транспортной отрасли является восточный вектор развития. Что необходимо для того, чтобы этот вектор и в экономике, и в транспорте в дальнейшем находил свое развитие и так далее. Конечно же, это должно быть развитие инфраструктуры восточного полигона, и у нас действует большая масштабная программа по развитию пропускной провозной способности восточного полигона железных дорог. Это организация взаимодействия смежных видов транспорта и соответствующие технологии. Прежде всего, это железная дорога моря, организация работы погранпереходов, сокращение барьеров в этом отношении. Ну и самое, пожалуй, главное, то, что невозможно вот так вот по щелчку единомоментно решить, а это большая-большая кропотливая работа, это кадры. То есть нужны кадры, которые способны работать по новым технологиям, интегрировать вот эти транспортные системы, транспортную систему России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Сейчас, ну, мы смотрим, понятно, университет путей сообщения дальневосточный, да, основная сфера влияния – это Дальний Восток, понятно, здесь главный торговый партнер страны – это Китай, огромная ответственность, нагрузка сейчас именно на восточном полигоне. ВУЗ, вот в этом условии разворота на восток, какие связи с, ну, в частности, вот с Китаем сейчас существуют? Ну, у нас 23 в целом партнера в Китайской Народной Республике. На разных этапах сотрудничества мы находимся. Какие-то долгосрочные, уже там более 5-7 лет. Некоторые вот сейчас на этой волне интереса, который в действительности имеет место, возникает и так далее. Только что я вернулся из Даляня, где мы, в общем-то, подводили итоги совместной долгосрочной программы с Дальянским транспортным университетом. Мы совместно с ректором вручили первые 50 дипломов по совместной образовательной программе китайским студентам, которые проходили обучение, в том числе в стенах нашего университета. Откуда вот такой интерес и чем, ну, примечательно это событие? Дело в том, что вот это как раз те самые кадры, которые призваны обеспечить интеграцию наших транспортных систем. Это сегодня вопрос политический, экономический, стратегический, озвученный на уровне руководителей государств, руководителей регионов, руководителей отрасли. Ну и, соответственно, мы, как говорится, ректоры на своем уровне идем в этом же направлении. Только что мы выпустили 50 первых совместно подготовленных специалистов в этой области. Они разлетаются, ну, как горячие пирожки, поскольку они способны, во-первых, имеют языковые навыки, это важнейший вопрос в барьерах взаимодействия. Они понимают особенности технологического регулирования наших транспортных систем, отраслей и так далее. И они имеют наиболее такие высокие компетенции в области совместных научных задач, которые стоят перед нашими государствами. То есть у этих ребят есть определенный базис, который они могут реализовать не только на производстве, а именно там очень высокий спрос, но и продолжать свое развитие в рамках совместной аспирантуры, например.
совместных научных исследований. На этом мы не останавливаемся. Буквально в этом году в приемную кампанию по договоренности мы принимаем уже 250 студентов. То есть вот такой... А как совместная программа, как она выглядит? Это, получается, Долянский транспортный университет, да, и университет путей сообщения наш, Хабаровский. Когда началась, вот первый набор, а сколько людей учились? 19-й год, это были программы бакалавр. Два года ребята учились на китайской стороне, два года учились на нашей стороне. Это исключительно китайские студенты? Это китайские студенты. Соответственно, да, параллельно идет процесс обучения наших студентов. То есть буквально сейчас у наших ребят есть все возможности быть интегрированы со своей стороны, с российской стороны в этот же процесс. То есть это двусторонний. Ну, то есть российские студенты, студенты университета путей сообщений тоже ездят в Долянь? Совершенно верно, да. Это насколько? Совместная образовательная программа ровно так же. Тоже два года. Ага. Да. Как будет выглядеть их совместный выпускной, мне интересно, по видеосвязи, я так понимаю. Что, вот ключевая история, что в самом начале мы, когда как бы я так общей фразой, что люди должны знать, что по обе стороны границы происходит, как это устроено. Вы как бы это подтверждаете, но глобально зачем? Вот что, каких результатов можно добиться, если иметь таких специалистов? Мы что-то ускорим, мы что-то увеличим масштабы чего-то, мы, ну не знаю, какие плюсы? Ну, масса плюсов. Интеграция транспортных систем позволяет увеличить грузооборот, сократить сроки поставки грузов, сократить себестоимость транспортной продукции, сократить простои, связанные с работой погранпереходов. В целом, решение логистических задач, оно именно, это сквозной процесс, то есть нельзя говорить о том, что вот железнодорожники свою часть логистического процесса осуществляют, там моряки свою, или российская сторона, если речь идет о транзите, а дальше китайская и так далее. Это сквозной процесс, и если люди, которые владеют этими компетенциями, видят этот процесс как целостный, это дает чрезвычайно большие результаты, выгоды для конкурентоспособности транспортной продукции, выгоды для конкурентоспособности отечественной продукции в целом на мировом рынке. Первые 50 дипломов китайским студентам, да, вы вручали? А, соответственно, российские по этой программе тоже получили диплом или нет? По этой программе российские студенты, ну, понятно, население, пропорции совершенно другие, да, цифры менее значимые, ну, порядка 10 студентов. Но получили. Да, но вот, тем не вот менее, да, этот процесс идет на разных уровнях, на разных этапах, кто-то раньше, кто-то позже. Плюс надо понимать, что здесь были ковидные мероприятия, да, они тоже вносили свои изменения. Но на данный момент эти процедуры уже идут в очном формате, то есть студенты в действительности приезжают, в действительности идет обмен академический. Мы, наверное, один из очень немногих вузов за Уралом, которые в действительности имеют представительство в Китае. То есть туда уехал наш специалист с семьей и осуществляет полноценную интеграцию взаимодействия наших образовательных систем. Насколько, насколько китайской стороне вообще необходимо такое, насколько они заинтересованы в таком сотрудничестве, и на самом деле цифры, да, 50 и 250, ну, в 5 раз увеличивается прием на эту программу, ну, надо полагать, что есть интерес. Однозначно он есть. Об этом говорят те встречи, которые мы только что провели в Китае, только что был визит и губернатора. Мы понимаем, что достигнуты принципиальные договоренности на самом высшем политическом уровне. И ровно те же тенденции нам транслируют китайские партнеры. Действительно, будучи вот на торжественном вручении в одном вузе, нас уже пригласили в Циндао, и мы там подписали следующее соглашение ровно в тех же рамках расширять уже сотрудничество с другим китайским вузом. Ну и так далее. То есть, ну, это своего рода... Когда, понимаете, процесс идет, и он идет успешно, то, ну, возникает эффект сарафанного радио, что ли. Вузы друг другу говорят о том, что да, партнерство надежное, работа эффективная,
Больше того, что отличает вот этот проект с Долянским транспортным университетом? Нет прецедентов с таким числом образовательных программ. Сегодня там поэтапная работа, сегодня это только три специальности, которых мы выпустили. В перспективе будет увеличено еще на 9 специальностей. Вот сейчас этот эксперимент, первый выпуск, он завершен. В целом получено одобрение, высокая оценка подготовки кадров. Дальше мы будем расширять линейку специалистов, которые будем выпускать. И вот это согласование такой совместной работы, оно осуществлено не на региональном уровне в Китае, на уровне какой-то конкретной провинции, а на уровне Министерства образования Китая. То есть это реально государственный, партнерский, стратегический проект, долгоиграющий, с соответствующими целями. А какие специальности сейчас, кто выпускался? Это технические специальности или все-таки это может быть оформление, логистика? Сегодня это подвижной состав, это строительство и это наземный транспортно-технологический комплекс. Далее сюда будет расширяться линейка, это и цифровая энергетика, это логистика, это определенные экономические направления, ну и так далее. Линейка может варьироваться в определенной степени в зависимости от эффективности, от запросов, которые сегодня во внешней среде возникают. Ну, живой проект, поэтому говорить о том, что... Здесь, кстати, очень интересный момент, что, условно, когда началась эта подготовка к этой работе, точнее, программу в 2019 году, не в 2022 после февраля, да, когда всем резко надо было все менять, это планомерный шаг, то есть к этому давно шли. Мне кажется, вот, может быть, увеличение в 5 раз набора, это такое веяние уже нынешнего времени, нынешних реалий, но в целом, как бы, к этому шли. Но Долянский не единственный университет, в целом, у кого есть связи. Но это вот самое... Яркое, наверное, это самый яркий пример сотрудничества сейчас. В целом 23 партнера, повторюсь, да, и из других стран Азии есть. Но сегодня это те первые плоды той работы, которая вот фундамент был заложен в 2019 году и чуть раньше. В целом я хочу сказать, что достаточно успешно функционирует ассоциация транспортных вузов Азиатско-Тихоокеанского региона. Учредителем, инициатором создания как раз стал Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Долянский транспортный университет. Сегодня порядка 25 вузов входит в состав ассоциации. Там тоже есть различные форматы взаимодействия, совместные образовательные программы. Но вы правы, что это, вот, пожалуй, пока сегодня наиболее яркий пример. Но время идет, с учетом того, что сеть партнерская расширяется, и спектр специальностей, то и я думаю, что мы увидим в ближайшее время новые результаты такого взаимодействия. 10 человек с российской стороны, кто получил эти дипломы, то есть это дипломы... Что написано в этом дипломе? Университет путей сообщения и Долянский транспортный. То есть да, это двойной такой диплом. Вы знаете, я вручал студенты, дипломы студентам китайским. Это российский диплом государственного образца. Больше того, из 50 вот этих студентов 2 было с отличием. Да, это говорит о высоком уровне знания языкового, прежде всего. И точно такой же диплом они получили от китайского вуза. То есть это говорит о чем? О том, что ребята эти, будь то это российские ребята или китайские, они расширяют для себя рынок труда. Они имеют совершенно другой качественный уровень. Это признание на международном уровне. Понятно, что российская система имеет соответствующие, но когда к российскому диплому прикладывается диплом одного из ведущих вузов Китая, признанный в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то это расширяет возможности для трудоустройства, ну и стартовые позиции совершенно другие у ребят. Недавно слушал, ну, один материал знакомился тоже. Надбавка, премия за диплом. Вот как бы такой термин есть, что на старте выпускник с дипломом определенного университета, он вот первые несколько лет, он ровно из-за этого диплома может рассчитывать на какую-то там большую зарплату на старте, еще на что-то. Вы сказали, что студенты, которые получили в Китае, их как горячие пирожки как бы разлетаются, здесь, с нашей стороны, тоже как бы как ребята сами
Они уже на каком-то курсе были на работе, их уже забронировали или... Вы знаете, сейчас студенты очень даже не активную, проактивную позицию занимают. К счастью или к сожалению, но к третьему курсу ребята, которые вот так себя хорошо видят и позиционируют, как правило, они уже расписаны по предприятиям, по учреждениям соответствующим и так далее. Процесс интеграции потоков в Азию, восточные ворота России и так далее. Этот процесс, он идет и будет идти в самые ближайшие десятилетия. И поэтому на этих ребят спрос колоссальный. Прежде всего, это языковой барьер. И второе, еще раз повторюсь, это адаптация определенная к технологическому взаимодействию. Ментальная, ну и плюс связи, контакты, которые нарабатываются в процессе стажировок и так далее. Их тоже никуда не денешь. А про научную работу совместную тоже вы упомянули. А как здесь, как на этом поле происходит игра? И какие проекты совместные российско-китайские научные, может быть, уже на базе университета реализовываются? Ну, не секрет, что мы стали третьим транспортным вузом в стране, который вошел в проект «Приоритет 2030». Сегодня это Московский и Питерский, а теперь вот Дальневосточный университет путей сообщения. В рамках этого проекта нами формируется целый ряд лабораторий и, конечно же, приветствуется международное сотрудничество. Мы четко понимаем, что по отдельным направлениям решение вот этих амбициозных задач по интеграции транспортной сети невозможно без международного сотрудничества с нашими азиатскими, зарубежными партнерами, можно и шире посмотреть. Это и энергетика, это и тяжеловесное движение, технологическое регулирование определенное, уникальнейшие школы строительства на вечной мерзлоте. Они актуальны в том числе и для Китая при Тибетской железной дороге. Высокоскоростное движение. Ну и в целом вот сейчас мы работаем над большим проектом. Это ситуационный центр, который отрабатывает разные сценарии развития транспорта, при том смежных видов транспорта. Железка, море, авиа, автомобильный. Как раз моделируем различные транспортные системы, и нам нужны партнерства для адекватности этой модели со стороны, допустим, того же Китая. Потому что основная часть грузопотока сегодня идет в транзитном направлении. А как мы уже с вами говорили, логистика – это сквозной процесс. Его необходимо сопровождать не только кадровым, но и научной составляющей. То есть у нас должны быть единые технологии, хотя бы в определенной степени сочетающиеся, интегрируемые и так далее. Очень хороший задел в этом отношении у IT направления. Он позволяет в дистанционной форме, вне зависимости от нахождения наших партнеров, включаться в эту работу в любых режимах, в часовых поясах и так далее. Поэтому вот такой достаточно широкий спектр, но с реальными задачами, обозначенными на самом высоком государственном уровне. Это тоже один из важнейших аспектов взаимодействия Дальневосточного университета путей сообщения с нашими азиатскими партнерами. Я правильно понимаю, что, может быть, поправьте меня, что одна из ключевых, наверное, задач, в том числе научных, инженерных, технологических, условно, сделать так, чтобы вагон мог пройти до юга Китая и не надо было ничего перегружать и так далее. У нас разная ширина колеи просто, да, с китайцами? Вот это ключевой момент. У нас множество и технологических, и административных барьеров, и связанных с экономическими. Вот на самом деле один из терминов «бесшовная логистика» призван решать, устранять вот все эти барьеры. Ну и, как вы понимаете, в одностороннем порядке решение этой задачи принципиально невозможно. Вот как раз-таки вот эти совместные программы образовательные, потом совместные научные разработки могут выливаться для того, чтобы все это вот делать бесшовно. Три кита, которые позволяют или должны будут позволить обеспечить дальнейшую интеграцию российской транспортной системы, российской экономики в азиатско-тихоокеанский регион. Это инфраструктура, общие технологии и кадры.
Напоследок, может быть, поделитесь какими-то планами этого года, какие-то соглашения, какие-то международные образовательные тоже горизонты обозначим, потому что, ну, не секрет, приемная кампания идет, и молодежь нынче очень хорошо смотрит туда, куда-то вперед и в будущее, любит все планировать. На что можно рассчитывать, условно? На какие еще дипломы из каких стран можно будет получить, поступив в университет путей сообщения Хабаровска? Вы знаете, вот сейчас в разгаре лета, и ну, такой стереотип сложился, что в этот период обычно не учатся. Но настолько динамичный мир сегодня, что и этот период тоже можно посвятить тому, чтобы развивать себя и в том числе интегрироваться вот в международной школе. Мы проводим несколько летних школ, в том числе с китайскими вузами, с российскими вузами. Ну, допустим, самый такой вот, буквально в пятницу мы открыли летнюю школу. Онлайн-тренажеры позволяют моделировать различные транспортные ситуации, сценарии рассматривать. И как раз сценарии взаимодействия российских студентов и китайских. Это крайне интересная и пионерская задача. Таких проектов, особенно вот ввиду того, что WorldSkills у нас сейчас значит, на другом уровне. Поэтому нам необходимы в любом случае конкурсы профессионального мастерства, нам необходимы площадки взаимодействия. Вот это один из примеров того, что сейчас происходит летом. Сама приемная кампания, ну, можно начать с СПО, со среднего профессионального образования. В прошлом году мы также стали участниками профессионалитета, две площадки, и, ну, некоторые нарекания были, наш техникум находится прямо напротив мэрии, да. В прошлом году очередь была на улице, поэтому мешала работе администрации. Да, поэтому по просьбе мэрии мы открыли дополнительный приемный пункт на Красной линии, да, на Карла Маркса, прямо напротив мэрии. При этом наши приемные пункты работают по правилам единого окна с электронными очередями, СПО, ВО, вне зависимости от специальности. Вот. Ну, а ориентация нынешней кампании – это продолжение прежних трендов. Это хорошие IT-направления, это достаточно консервативные, но очень востребованные строительные, транспортные технологии. По-прежнему вызывает интересы экономика и юриспруденция. Единственное, что хочется отметить, но это пока… Такая тенденция сохраняется. Ребята сдают все меньше ЕГЭ, физика и математика. Поэтому сегодня бюджетных мест более чем достаточно. Уровень образования, качество образования, вот с учетом тех факторов взаимодействия в международной сфере, о которых я сказал, более чем высокий. Об этом говорит рейтинговая оценка. Мы по рейтингу Headhunters, то есть по трудоустройству, находимся на 47-м месте в России в целом и даже выше, чем Московский транспортный университет, Российский транспортный университет. По воспитательной деятельности в первой полусотне также, это уже еще один. Ну а в федеральном округе мы занимаем достойное второе место. Ну, в этом году поборемся, я думаю, что будет динамика и в этом направлении. В общем, планов много, перспективы огромные. Владимир Викторович, спасибо большое за эту беседу, хорошей приемной кампании. Друзья, это был проект «Престиж профессии». Говорим мы сегодня с ректором Дальневосточного государственного университета путей сообщения Владимиром Буровцевым. Говорили о международном образовательном сотрудничестве в контексте нынешних российских, ну, российско-китайских реалий. Спасибо огромное, до встречи, удачи. Спасибо, всего доброго.